Всем огромный привет! Сегодня у нас практически великое событие в городе. Это Олимпиада, ну точнее, ой, не Олимпиада, а Олимпиадный огонь, который будут нести по городу, по улицам. Практически вроде собираются под носом у меня на работе, и уже у нас перекрыли дороги. В общем, хочу вам показать, как это все будет происходить. Видите, дороги пустые, это у нас под окном, и вот там вот стоит полиция. Полиция, в общем-то, машины не пускают, там целый затор пробковый, и их разворачивают, и они, бедняги, едут обратно, наивные. Итак, я иду, можно видеть, что все перекрыто, машин нету, всех разворачивают назад. Не знаю, меня не тормознут, интересно, за камеру на улицах. Вот видите, машины так послушно разворачиваются и едут, потому что по этой улице будут огонь нести. Также стоит улица Ставропольская, но ради справедливости я скажу, что я заметила трамвай. То есть трамвай, в принципе, ходит, не так все печально, хоть как-то добраться можно. Ой, мне уже кто-то звонит. В общем, это главная улица Ставропольская. И тут никого нет. А там вот Старокубанская, и там стоят полицейские. Много их. Вот. Мы снимем, короче, тут через каждые 2 метра полицейские. Вот. Не знаю, не отбрось мне камеру. Ну, в общем, очень прикольно. Хотела вам показать непосредственно на улицу, где будет Олимпийский огонь. Очень-очень много полиции через каждые 3 метра. Наверное, все полицейские силы из всего края стянули, потому что вообще невероятное количество. Я, честно говоря, иду, но меня смотрят как на шахидку. Хотела вам показать еще возле работы мы тоже. Очень много людей. Прям, честно говоря, у нас даже президенты так не встречают, чтобы через каждые, ну реально, 3 метра стояла охрана. Вот сколько людей. Как справа? Оттуда, что ли? Да, вон оттуда. Они на трамвае. Понагоняли, видимо, дети и учителя. Основные жертвы. Итак, началась какая-то движуха. Мы еще не поняли, что происходит. Хочешь себя ради разнообразия? Слышите музон? Да, по-моему, кто-то в общаге напротив включил свой вариант музыкального сопровождения. Вон, у того мальчика в белой кофте что-то похожее на спичку большую. За автобусом. Оба-на, прям бразильский карнавал. Наш вариант. Наш ответ Бразилии. Прикольно. Напоминает пирожковую передвижную. Слушайте, как удачно я работать устроилась 4 года назад. Спасибо, Дмитрий Анатольевич Колченко. Приветствую. Дмитрий Анатольевич. Вот там вот между деревьев. Прикольно. Вы знаете, какое-то волнительное ощущение есть. Все-таки Олимпийскому огню уже не 1000 лет. Ну, в смысле, Олимпиаде. И что-то такое волнительное на самом деле ощущаешь. Правда, какой-то праздник, что-то важное. Хотела показать свой обед. Это творожные сырнички и кофе с молоком. У нас, по-моему, опять везут огонь. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. У-у-у. Да, что-то опять едет. Колонна идет обратно. У-у-у. Ой, гляньте, вокруг кто-то бежит. Охрана, что ли? Это охрана, интересно? Чтоб не скучно собрать.
Вот он, огонь. Слушайте, надо бы сделать себя на фоне огня. Я видна. Раз уж я сегодня взяла с собой камеру, покажу вам, где я работаю. Непосредственно коридор сначала. Вот. Здесь лестница. Так я поднимаюсь. И вот это коридор в другую сторону. Иду. Такое у нас помещение. Камеры везде. Вон. Так. И вот сюда захожу. Вот так по периметру стулья. Стоят столы. Что там, принтер. Здесь у нас еда. Вот шоколадки там. Печеньки творожные, чаи, хлебцы, сухарики. Ну, в общем, такое, чем можно перекусить, когда замучит рабочий голод. Даже есть вот яблочки, мандаринки. Такой принтер. Здесь у нас всякая техника. Видите, шпалы, металлоконструкции. Не знаю, что это даже. Вот такая инфрушка. Есть такой большой ксерокс. Он же принтер. Вот. Так, и непосредственно вот там я сижу. Возле меня стоит бедняга Фикус. Вот такой, я не знаю, сколько ему лет и сколько ему осталось, но он что-то, по-моему, не рад, что я за ним ухаживаю, судя по внешнему виду. Вот, и вот здесь вот мой кабинет. Ой, кабинет, мой стол. Здесь что-то, тапки мои, сменные тапки. Сегодня я в кендах, поэтому сменные тапки мне не нужны. Но когда я прихожу в сапогах, то переобуваюсь. Кстати, дресс-кода у нас, в принципе, нет, поэтому не критично. И что у меня на столе? Такая штука с документами. Кстати, не буду вам близко показывать, чтобы никто не ругался. Ведь здесь у меня записка о том, что вторник, олимпийский огонь, чтобы я не забыла взять камеру. Всякие бумажки, закладки цветные, кит-кат для поднятия настроения. И, ну, такие канцтовары, в общем-то, ничего особого. Здесь у нас крем для рук, всякие пакеты, ну, такое. Здесь у меня теплые рукава лежат, когда я мерзну, я их надеваю. Они, кстати, очень марки. И тут плед такой вот кружевной, тоже я его надеваю. Когда мерзну, ну, как на диван, накидываю на плечи. Здесь также у меня коробки стоят с древними документами. Ну, просто какие-то черновики, еще что-то. Я их периодически просматриваю, ненужное выкидываю. Но вообще стараюсь максимально долго все сохранять. Потому что, как правило, если документ какой-то был, то когда-нибудь он еще может понадобиться. И там только не раньше, чем через полтора года где-то я выбрасываю старые документы. Также в пакете хранятся туфли. Вот такие лодочки, классические, черные. Это не ламодовские, просто туфельки. Я их редко ношу и в последнее время почти не покупала кожи новых. Но эти, кстати, очень такие даже неплохие. Не знаю, что за фирма. Кожаные. И даже вот размер виден 37. В общем, лежат на такой вариант, когда нужно там куда-то принарядиться. Вот решила вам показать. У меня есть парочка грамот. Ну, так, честно говоря, просто поздравляли нас с днем энергетика. Вот здесь я закрыла фирму, и печать тут тоже стоит. Тоже не буду вам показывать, как бы. Ну, в общем, вот. Такая у меня какого-то года, и это, по-моему, этого года. Это, кстати, билетики из пражского зоопарка, а это, по-моему, билет или из автобуса, или из метро. Тут написано «Прага». И тут тоже... Ну, в общем, лежат на памятник, как не выброшу.
Кстати, по поводу отношения к самой Олимпиаде, мне кажется, слишком преувеличен ее растратный характер. До Олимпиады я не помню, чтобы у нас сильно ощущалось наличие тех денег, которые потрачены на Олимпиаду в бюджете. То есть, что они были, ну, как бы особо ничего не менялось. Поэтому не стоит прям волноваться, что вот столько-то миллиардов не туда пошли. А вот если бы не Олимпиада, то у нас бы построили 85 тысяч детских садов. Ну, конечно же, нет. Поэтому можно спокойненько расслабиться и наслаждаться тем, что мы хоть как-то косвенное, пусть не лучшего качества, но все равно видим, что эти деньги в бюджете были. В общем, не поверите, в третий раз везут мимо нас опять огонь. Даже вон вышла команда с вот этими факелами, а-ля спичка русская лодка. И я даже не знаю, кто это, куда они направляются. Прям за флажки дерутся, боже ж ты мой. Надеюсь, обойдется без жертв. Вот такие штуки раздают, видите, она даже светится. Типа имитация олимпийского огня. Хотя, конечно, выглядит, честно говоря, странно. Да, такой синий факел. Странный синий факел. И вот я вылезла на улицу. Холодина, правда, честно говоря, не оделась. Вот он, огонь. Мы обязательно пронесем огонь по главной улице города Краснодара. Что, до сих пор не пронесли? Туда-сюда, туда-сюда. Батюшки, охрана, прям гляньте, реально. А вот я. На фоне огня. Ой, так мило. Так мило, я попала в кадр. Слушайте, как бы мне не простудиться, смотрите, я в легкой кофте, все с камерами, ничего, можно немного поснимать. Вот. Собственно, холодина, честно говоря, еще не спала. Вот она, делегация, вроде это в последний раз, третий. Не знаю, туда-сюда, в общем, это, конечно, очень странный маршрут был. Вот так вот, в общем-то. Да, да, подожди, еще не закончилось. Все с флажками, это классно. Так, охота пройтись по улице, проезжей части. Честно говоря, здесь обычно всегда очень-очень много машин. Вот я сейчас нагло иду. И сейчас вообще возьму и пойду посередине. Когда еще такая возможность выдастся. У нас обычно перекрывают одну улицу красную, только в выходные дни. Опачки, машины едут, так что нет уж. Мой план не удался. Ограждение снимают. Все, походу, сняли оцепление. Итак, еду домой. Хотела вам показать, что я купила в магните. Первое, это два болгарских перца. Я их очень люблю, они вкусные. Мне кажется, нормально насыщают витаминками зимой. Второе, это настоящий свити. Что-то среднее между грейпфрутом и помелкой. Очень вкусный, горько-сладкий цитрусовый фрукт. Вот я уже выхожу и показываю вам третье. Это чудо-пудинг. Очень-очень большая вкусняшка для тех, кто любит горячий шоколад. Это то же самое, только холодное. И подхожу домой. Открыто. Привет. Где Сережа? Там зашел, все это и ушел.